Эрудит Пятерка. И сразу же вопрос и к тем, кто в студии, и к тем, кто смотрит нас сейчас по телевизору. Какое событие может заставить ведущего нашей уникальной телевикторины для школьников отрастить седую бороду, отпустить круглое пузо и завести блестящую лысину? Внимание, ответ. Новый год! И это правильный ответ, у нас новогодняя игра сегодня. И участвуют в ней две блестящие сборные, два созвездия, которые мы кропотливо и скрупулезно собирали целый год. Красная команда, условно назовем ее команда Деда Мороза. Красный цвет все-таки. Алексей Пикас. Даша Романовская. Миша Коновальчик. Иван Лагута. И Катя Рыжевич. Потрясающие игроки, умницы, красавцы. И вообще просто радостно на них смотреть в этот предновогодний день. Ну и команда Снегурочки, условно ее назовем. Все-таки синий цвет. Илья Мазур. Миша Мажуга. Лиза Петрушенко. Даниил Яркин. И Владислав Душков. Вот какие чудные ребятки. Итак, внимание, новогодняя наша игра. Команда Деда Мороза Миши Коновальчика против команды Снегурочки Лизы Петрушенко. Начнем. Удачи нам. Скоро Новый год. Вперед! Начнем с блеф игры. То есть Дед Мороз спрашивает Снегурочку, веришь ли ты, что завтра наступит Новый год? Ну, а Снегурочка может ответить «да», может ответить «нет». Ну, в самом деле, завтра Новый год уже. Итак, Миша, кого вы отправляете на нашу блеф-игру? Даша. Даша Романовская, великолепно. Лиза, кого отправляете на Донетку вы? Отправим Михаила. Хорошо, итак, Даша против Миши. Вперед! Даша Романовская представляет у нас Гомельский городской лицей номер один. Мы благодарим ее и, естественно, ее воспитателя, Зою Васильевну нашу. Ну, а Миша Мажуга у нас питомец Ириненской гимназии. Вот есть такая замечательная элитное учебное у нас заведение в Белице. Итак, внимание, начнем нашу Донетку. Верите ли вы, что в упряжке Санта-Клауса 7 оленей? Миша? Да, верю. Верите? Пересчитайте, пожалуйста, на досуге их 9 там. Впереди бежит красноносый олень Рудольф. Теперь вы это знаете. Пока по нулям играем. Верите ли вы, что Юлупуки – это шведский Дед Мороз? И снова Миша выиграет кнопку. Да, верю. Нет, Миша, финский. Запомните, Юлупуки – значит, вы в Финляндии. Играем. Верите ли вы, что на японском новогоднем столе макароны символизируют долголетие? Верю. И это правильный ответ. В самом деле такое экзотическое блюдо у японцев на столе. Длинные макароны, значит долголетие. 5-0. Хорошо начали. Верите ли вы, что Ханука – это такой еврейский Новый год? Михаил? Да, верю. Ну, какие вопросы? Ханука – еврейский Новый год. Играем. Верите ли вы, что монгольскую снегурочку, представляете, звучит. Зовут Зазан Ухин. Даша. Верю. То есть вот приходите в Монголию, идет Дед Мороз, и с ним девочка. Игриш, как зовут девочка? Зазан Ухин. Это правильный ответ, да. Итак, после нашей блеф-игры, после нашей Донетки, 10-5 в пользу Дед Морозовской команды. Играем дальше, вперед! Дуэль игра, 5 тем, 5 боев. Каждый, как минимум, один раз блеснет своей эрудицией и характером. Темы дуэль игры. С Новым годом, это первый бой. Второй, Будда и звери. Ну, знаете историю, когда звери пришли к Будде, и он по годам их расставил. Получился китайский зодиак звериный. Белорусские коляды. Ну, свои традиции нужно знать. Новогодние песни. Сразу говорю, сердючки не будет. И
и Новый год в разных странах. Это последний, пятый бой. У вас целых 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Вперед! Третья это песня. Нет, третья коляда. Ваше время истекло, Снегурочка. Ее и звать не надо, она сразу распределила, кто где играет. Но обращаюсь все-таки к Деду Морозу. Миша, с Новым годом, кто мне скажет? Катя. Великолепно. Лиза, у вас? У нас Владислав. Итак, Катя против Владислава. Вперед! Катя Рыжевич у нас учится в 69-й школе и играет под руководством Олега Наумовича Лейнова. А вот Владислав Душков у нас питомец 27-й школы и его руководитель и духовный наставник, можно сказать, гуру Олег Яценковский. Итак, поехали, с Новым годом! Начинаем! Именно этот человек постановил отмечать Новый год в России с 1 января. Итак, Катя. Может, Ленин? Ленин. Интересно. Прошу вас, Владислав. Петр Первый. Петр Первый – это правильный ответ. Пялечку. Владислав сравнял счет. Играем дальше. У нас Дед Мороз. У американцев, как ни странно, Санта-Клаус. А у кого Пэр Ноэль? Фальстарт. У вас, Владислав, за этим очень строго следит наш электронный судья. Катя, у вас есть шанс ответить. У французов? Французов, да, конечно. Играем. Они уже встретили свой Новый год в первый день священного месяца Мухаррам. Кто они? Да. Мусульмане. Великолепный ответ, Катя. Да. Играем. В Канаде под Новый год елки в лесах обрабатывают пахучим раствором. А зачем? Представляете? Идут мужики и распыляют из баллончиков пахучий, дурно пахнущий раствор на елке. Да. Может, чтобы их не срубали? Да, чтобы их не срубали, не воровали. Отлично! А покупали продезинфицированные, красивые, чисто вымытые канадские елочки. Отлично. И заканчиваем. Австрийцы, независимо от того, год какого животного, дарят друг другу на Новый год фарфоровых свинок. А в виде чего? Катя? Копилки. Прекрасный ответ. Итак, сколько у нас накопила Катя? Катя у нас накопила, в общую копилку 25. 15... накопили у нас снегурочки. В частности, Владислав Душков. 25-15. Следующий бой. Играем. Вперед. Тема Будда и звери. Ну, знаете эту историю, эту легенду, как Будда позвал к себе в гости зверей. Они пришли, и вот в каком порядке они приходили, в том порядке Будда и расставлял их по китайскому зодиаку. Теперь вы это знаете. Миш, кто у вас, может быть, знает эту историю? Эту историю знает Ваня. Ваня. Ну, Ваня знает все практически. Лиза, у вас кто там буддист тайный? Не тайный буддист, но разбирается в Михаил. Хорошо. Итак, Иван против Михаила. Вперед! Итак, Иван Лагута представляет нас 71-ю гимназию. Ну, а про Мишу я уже рассказывал. Играем. Именно столько зверей отозвалась на любезное приглашение Будды прийти к нему в гости. Иван? 12. 12, потому что 12 зверей в зодиаке китайском играем. Она первой появилась перед лицом Будды, переплыв реку на быке. Да, Миша? Это мышь. Это мышь? Это мышь, вы правы. Первый год в буддийском китайском цикле – это год мыши или крысы. Ну, мышь звучит лучше, чем крыса, поэтому пускай будет ответ мышь. Второй год китайского календаря получил он за силу и доброту. Михаил? Это бык. Это бык, ну раз мышь на быке переплыла, естественно, логично. Играем. Этот хищник – вечный соперник быка, третьим идет. Иван? Тигр. Да, вот тигр плыл, но бык оказался быстрее. Браво, Иван.
Ну и последний вопрос боя. Крыса или мышь? Как гласит легенда, во время переправы столкнула его в речку. С тех пор и длится их вражда. О ком речь? Да. Заяц. Зайца столкнула. То есть зайцы и крысы вот так на ножах. Понятно. Миша? Может, какую-нибудь собаку? Собаку. И собаки с тех пор гоняются за мышами со страшной силой. На самом деле речь о коте. Год кота в том числе есть. Мокрый кот, расстроенный, убитый, приплыл. Он говорит, ну все, мыша. Итак, счет выправился благодаря усилиям нашего надежнейшего Михаила. Миша, а в каком году вы родились? В году какого животного? Так. В год петуха. А, кстати, в год петуха родились многие очень значимые личности, в том числе Екатерина II и режиссер Никита Михалков. И, кстати, актер Юрий Никулин. Они все в соответствующем году. Так что, Миша, вы в хорошей компании. 35-25. Следующий бой. Играем. Вперед. Так и хочется запеть «Ой, улузи, улузи, красная калина, святый вечер». Так вот, белорусские коляды. Берем мы эту тему. Ну, свои традиции нужно знать. Даже если не традиции, а просто прымхи, как кажут у нас, и забабоны. Михаил, кто? Даша. Даша у нас знаток белорусских прымхов. А кто знавца белорусских забабонов у Снегурочки? Это я. Это я. Наперед! Белорусские коляды. Коляды назывались еще на Беларуси такими вечерами. Какими? Ой, лузи, лузи, краснокалина, святый вечер. Опа, Лиза. Может, песенными? Песенными, понятно. Даша, у вас есть шанс. Красными. Красными. Я вот не знаю даже, как подсказывать, типа, не шведы ли это, а вот святые вечера, святки. Играем. Так назывались песни, которые распевали ряженые на коляды. Да? Колядки. Колядки. Вот видишь, как все просто оказывается. Святые вечера нельзя было, ни в коем случае нельзя было делать это. Вот радость-то была труженикам-селянам. Лиза? Работать. Работать ни в коем случае нельзя. Играем. А коляды у белорусов длились с сочельника до щедреца. А как мы называем этот щедрец? Лиза? Старый Новый год. Вот абсолютно точный ответ. Именно Старый Новый год. Браво! И заканчиваем. Представление в этом народном театре показывали детям на коляды. Да. Батлейка. Не только детям, но и взрослым. Да, это батлейка. 45-35 по-прежнему. Такой небольшой разрыв. Великолепная равная игра. Следующий бой. Играем. Вперед! Итак, Дед Мороз, Санта-Миколаус. Новогодние песни. Кто поет? Лёша. Лёша. Тихо, Лёша, пока не надо. А Лиза, кто у вас? Даниил. Великолепно. Вперед, ребята. Поехали. Новогодние песни. Именно они звенят в английской рождественской песенке. Даниил. Колокольчики. Джингл Беллс, да, звенят. Ну, а у нас новорожденной елочке пела песенку она. Метель. Метель. Метель ей пела песенку. Спи, елочка, бай-бай. Алексей не спит. 5 очков выигрывает. Молодец. Именно так зовут трех белых коней в песне из фильма «Чародеи». Алексей? Декабрь, январь и февраль. И уносят меня. Отлично. Талантливая мама дяди Федора пела по телевизору эту песенку. Алексей? Как бы не было зимы. В городах и селах никогда бы не знали мы этих дней веселых. Отлично! Ну и последний шанс у Даниила что-то сделать против Алексея. Расскажи, Снегурочка, где была? Исполнителя назовите. Алексей? Может быть, Румянова? Румянова.
Не видел я там в этом мультфильме Румянову. Прошу, Даниил. Заяц. Заяц, конечно! Заяц, заяц, заяц! Даниил все-таки в последнем рывке достал, что называется, уходящий последний вопрос и дал правильный ответ. 60-45, впереди Дед Мороз. Следующий бой, вперед, играем! Нужно знать не только свои традиции, нужно знать, хотя бы представлять, как встречают Новый год в разных других странах мира. Итак, Новый год в разных странах. Михаил, кто? Попробую я. Великолепно. Лиза. У нас пойдет Илья. Итак, о, это сильно. Михаил против Ильи, вперед! В разных странах. Новый год Чуньцзе в этой стране буквально переводится как «праздник весны». Илья? А, возможно, это Китай? Китай, конечно же, Чуньцзе. Чисто китайское слово. Представьте себе ситуацию. В Швеции под Новый год к двери учителя подходит ребенок и со всей силы разбивает об эту дверь старую чашку или старую тарелку или чем-нибудь еще из посуды бьющиеся. А что они так выражают? Возможно, свою благодарность учителю. Конечно, благодарность, уважение и любовь. Вот именно так они и выражают. И учитель, у которого целая гора черепков поутру, понимает, что дети его любят. Или, может быть, просто служанка споткнулась с целым сервизом. Ну, тут уже как повезет. Играем. А в новогоднюю ночь в синтоистских храмах Японии бьют в колокол. Бам! 108 раз. И с каждым ударом японец освобождается от одного... Михаил? Греха. Греха или недостатка? Великолепный ответ, да. Представляете, у нас всего там 7 или 8 смертных грехов, у японцев целых 108. Представляете, как нужно нагрешить целый год. Играем. Испанцы встречают Новый год при последнем ударе часов на одной ноге и с ягодами во рту. А с какими ягодами? Испания. Прошу. Возможно, это виноград? Конечно, виноград, господи! Вкусные, полезные. В этих заведениях в Лас-Вегасе игру прекращают за полминуты до Нового года. В игорных клубах? В игорных клубах, казино, конечно же! Браво, Миша! Итак, 70-60. Илья весьма неплохо сыграл. Ну, Снегурочка там подмигивала, конечно же. Мы это все видели. А вот, но сам он тоже ничего. Итак, внимание! После пятого боя 70-60, Дед Мороз впереди пока, а у нас тест-игра. Поехали, вперед! Студия болеет за Снегурочку. Ну что ж, а выиграет пока Дед Мороз. Итак, Михаил и Лиза, честно вам признаюсь, я с трудом вот поставил эту тему на тест-игру, потому что героиня этой темы, до нее еще не скоро. Она придет только 6 февраля в новолуние, хрюкнет, почешется спиной о вашу дверь и принесет вам много-много радости, как та самая елочка. Год свиньи начнется в феврале. Но все говорят год свиньи, ну я пошел на поводу. Итак, специалист по свиньям в команде Дед Мороза. Это Леша. Леша, о, тихо-тихо, Леша, подождите. Свинья еще не пришла за вами. Лиза, у вас? В свинках разбирается Илья. Илья разбирается. О-хо-хо. Итак, Алексей против Ильи, вперед! Тест-игра. Наше маленькое, такое централизованное новогоднее тестирование. Начнем. Три варианта. Нужно выжать кнопку и дать правильный ответ. Но не забывайте о нашем электронном суде. Поехали! Маленькие-маленькие поросята называются А. молочными, Б. сливочными и С. кефирными. Алексей? Молочными. Молочные поросята плюс 10 очков. Ставки у нас на тест-игре растут. Играем. На старинных парусных кораблях свинью использовали в качестве А. компаса, Б. якоря, С. сирены. Илья? А, сирены. Сирены? Ну, особенно английские моряки, там туманы, а свинья, если хорошенько дернуть ее за хвост, способ... Ну, изобразите, пожалуйста, Илья, изобразите. Не, вот так кричит уважающая... Ну, у вас опыта больше. Естественно, жопа у меня больше. Вот так кричит уважающая свинья. Плюс 10, Илья.
Свинину запрещено есть А. протестантам, Б. мусульманам и С. буддистам. Алексей? Мусульманам. Конечно, это четкий запрет в Коране. Свинины не есть, вина не пить и не меньше 4 жен иметь. Играем. Советские солдаты во время Великой Отечественной называли американскую свиную тушенку, которую поставляли из-за океана, вот так. А. дядя Сэм, Б. второй фронт и С. наф-наф. Илья. А дядя Сэм? Дядя Сэм – это неверный ответ. Есть шанс заработать у Алексея 5 очков. Может быть, наф-наф? Дело в том, что американцы помогали поначалу до 44 года только техникой и продовольствием, а второй фронт не открывали. Второй фронт называли наши ребята боевые эту тушенку, вот теперь вы это знаете. Играем. Построение свиньей воинское было характерно. А. для немецких рыцарей, Б. для русских витязей и С. для татаро-монгольских захватчиков. О. Для немецких рыцарей. Да, Илья, немецкие рыцари, вы правы абсолютно. 90-80. По-прежнему команда Деда Мороза держит отрыв в 10 очков. Ну что ж, Снегурочка, я надеюсь, что кто-то блеснет на новогоднем кино. А это наша слайд-игра. Слайд-игра, вперед! Итак, серия слайдов у нас «Новогоднее кино». Слайд-игра. Не только кино, мультфильмы и так далее, и так далее. Причем чисто нашего русскоязычного производства. Миш, кто у вас не отрывается от Ютуба? Я. Понятно. Но удивительно, как вы еще таких успехов в учебе достигаете и на Олимпиады успеваете ехать с вашим-то Ютубом. Лиза, у вас? Даниил. Даниил. Итак, Миша против Даниила. Вперед! Слайд-игра. Без букв нужно узнать просто из какого фильма, собственно, или мультфильма кадр. «Ирония судьбы» или «С легким паром». Отлично, плюс 15 очков. Прошу вас, Даниил. Ну, погоди. Ну, погоди, конечно. Расскажи, Снегурочка, где была. Отлично. Миша? Пошел вагонный. Нет, Миш? Даниил? Нет. Посмотрите, замечательный фильм по сценарию братьев Стругацких «Чародеи». Любопытная вещь. Играем. «Щелкунчик». Да, «Щелкунчик» – это одна из мультпостановок этого великого, великой сказки и на музыку великого Чайковского. Михаил? «Вечера на хуторе близ Диканьки». Вот абсолютно точный ответ, но не разрешили в те времена советские назвать «Ночь перед Рождеством». «Вечера на хуторе близ Диканьки». Отлично, спасибо, Миша. Даниил. «12 месяцев». Да, по сказке Маршака, вот подснежники девочка собирает. Великолепно. Миша, играем с вами. Снова попадается Михаилу сложный фильм, который сняли, когда еще, собственно, и родителей Мишиных на свете не было. Не, Миш? Может, Даниил знает? А вот чудный фильм с молодым Михаилом Боярским. Он там играл кота Матвея. «Новогодние приключения Маши и Вити». Вот, кстати, Маша, вот Витя. Честное слово. Играем дальше. Не? Миша? «Дед Мороз и лето». Вот оно какое наше лето. Браво, Миша! Не будить до лета. «Дед Мороз и лето». Чудный мультик. Михаил, с вами. «Елки 3». Не, есть точное название. Тихо. Я даю вам шанс. Тише. Три. «Новогодние елки». Нет. «Елки лохматые». Лохматые, елки лохматые. Про двух собачек, которые повторили подвиг Макалея Калкина. Один дома, по сути, переснят только в роли одного Макалея Калкина, две собачки. Так, Даниил. «Простоквашино». Это неправильный ответ, Миша. Три, две, одна.
Ребятушки, зима в Простоквашино, разумеется. Даниил вывел свою команду вперед. 135-130. Ну, а теперь наша, собственно, решающая новогодняя риск-игра. Вперед, поехали! Риск-игра. Все темы, которые были в игре дуэльной. Мишка Навальчик, Дед Мороз, вы наш золотой. Ну, совсем расстроился после картиночной игры. Ребят, поддержите его. Михаил, кто идет в финальный бой, кто идет на риск-игру? Пойдет Ваня. Иван Лагута, 71-я гимназия. Отлично. Лиза, кто у вас? Пойду я. Итак, Иван против Лизы. Вперед! Итак, с Новым годом. Первая тема. В Шотландии, когда начинают бить часы в полночь, хозяин делает это, чтобы впустить Новый год. Что же он делает? Иван. Открывает дверь. Что, серьезно? Вот так просто открыл дверь и Новый год зашел. Ну, шотландцы, ребята, незамысловатые. Так он и делает. Браво! 150-135. Лиза, я в вас верю. Будда и звери. По легенде, она пришла к Будде последней. Прошу. Это свинья. 12-й, да, она не торопилась где-то перехватить что-нибудь вкусненького, задержалась. Это свинья, и опять разрыв 5 очков. Ее вместе с медведем водили ряженые на коляды. Лиза. Козу. Козу, о-о-о, коза, о-о-о, шира, выдатненько. 175-150. Иван. Новогодние песни. Группа «Абба» имела в своем репертуаре хит, подходящий к теме. А именно, как он назывался? Иван. Happy New Year. Happy New Year, пела «Абба». 175-170. И решающий вопрос, решающий вопрос, на который я приму только абсолютно точный ответ. В разных странах Новый год. Журнал «Тайм» в декабре перед Новым годом называет его, помещая его фото на свою обложку. Кого он называет? Тишина, 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 тишина. Тишина. Вот им был и Барак Обама, и Путин, и... Прошу? Президент. Лиза. Только что. Если сейчас Иван не совершит благородный поступок... Президента Америки... Так, совершил благородный поступок. Ну что же, ребятушки, он называет человека года. Теперь вы это знаете. Ваня, Лиза, вернитесь на места. Итак, внимание, дорогие мои, милые, те, кто в студии, те, кто за игровыми стойками, те, кто смотрит нас сейчас, а я уверен, что смотрят, улыбнитесь. Посмотрите друг на друга теплым взором. Поверьте в будущее и будьте счастливы. Будьте счастливы так, как вы это понимаете. Дай вам Бог всего хорошего. Счастья вам. Ну и самое главное, чуть не забыл. Новый год. В новом году тоже смотрим пятерку, получаем десятки. Скоро 10-й сезон. Смотрим пятерку, получаем десятки. Играем. С Новым годом! С Новым годом! С новым счастьем!